микрофон. На чем они вообще марафоне? 42 ага, 42 километра. Гран-Канари марафон. Гран-Канарский марафон. 42 километра. То ли бегут, то ли что они там делают, пока непонятно. То ли идут. Марафонцев я пока не вижу, но музыка здесь играет конкретно. Удастся и увидеть марафонцев. Это для детей, что ли, светофор? Или для кого? Или в Японии? Марафонцы-то, я не пойму. Что за ложная тревога? Марафонцев-то нет. Или они это уже финишные здесь проходят? Где? Вот эти? А это победители. Они с такой скоростью бегут. Да. Что-то здесь творится, друзья. Но абсолютно непонятно, что здесь творится. Так, посмотрим отсюда. Ну да. В общем, друзья, не знаю. А вон марафонцы, вон. Вон. Застряли. На метро поехали. Марафонцы. Здесь вообще интересно, метро есть? Я не думаю, что тут метро есть в этом городе. Да, друзья, вот такие движения тут происходят. Находимся на Канарских островах. Название этого города я, к сожалению, не знаю. Пока все. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.